Премьера в областном русском драматическом театре имени Погодина. Североказахстанский зритель увидит работу режиссерской лаборатории. Три мини-постановки представят на их суд молодые служители Мельпомены из Москвы. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Такого североказахстанские зрители еще не видели. Молодые режиссеры из Москвы на протяжении 5 дней готовили 3 постановки, объединенные общей темой драматургия 12+. Центр поддержки русского театра за рубежом при Союзе театральных деятелей России организовывает режиссерские лаборатории. Я как куратор проекта подбираю режиссеров. Это Иван Пачин с шведской прозой «Чудаки и зануды». Галина Зальцман с постановкой «Ромео и Джульетта». И Тимур Шарфудинов с пьесой «Ганди молчал по субботам», современная российская пьеса. До премьеры остался 1 день, потому режиссеры разошлись по репетиционным залам и работают с местными артистами. Иван Панчин ставит спектакли уже 5 лет. На его счету 14 постановок. Большинство его работ посвящены взаимоотношениям детей и родителей, а потому работать в заданной проектом тематике ему комфортно. Я ставлю шведскую прозу, она называется «Чудаки и зануды», автор Ульф Старк, очень большой мастер. Это история про девочку, которой 12 лет, мама забыла про ее день рождения, ну и все наваливается, как снежный ком, и в конце концов ее принимают за мальчика в школе, потому что она одета как подросток, и там не всегда можно отличить, мальчик это или девочка. Мама испекла торт с шоколадом, с грецкими орехами. Я не люблю орехи, отдаю их карамельки. Карамелька любит все, даже морковь. Я думаю от жадности. А это постановка по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам». Режиссер Тимур Шарафутдинов. История о подростке, переживающем развод родителей. В этот непростой жизненный период он пытается найти себе новое место в разрушающемся мире, в котором больше нет любви и гармонии. Завершит череду спектаклей работа Галины Зальцман. Трагичная история любви молодых Ромео и Джульетты останется прежней. А вот костюмы и музыкальное сопровождение будут современными. Все оружие в спектакле заменили на ведра и стремянки. Это часть режиссерской задумки. Главную роль сыграет Елена Вахрина. Мне очень нравится именно в той манере, какой мы ее ставим. И я надеюсь, что она понравится и зрителю. Абсолютно другой подход к актерам, нежели тот подход, к которому мы уже привыкли за многие годы работы здесь. Премьеры назначены на 25 августа. Их можно будет смотреть в 17:00 в областном русском драматическом театре имени Николая Погодина. Вход бесплатный. Сотрудники местного храма Мельпомены из 3 режиссерских работ выберут лучшую. Именно ее, но только уже в виде полноценного спектакля, североказахстанцы увидят в 2019 году. Дарья Пышмынцева, Даниил Тарасов, новости МТРК.